Мы продолжаем. Вопросы импортозамещения. Одно из новосибирских предприятий специализируется на наукоемких электромеханических узлах современных станков. Освоенные уникальные технологии позволили наладить там техническое обслуживание и оперативный ремонт станочных шпинделей практически всех современных марок. Подробности в сюжете Елена Медведик. Начинается ремонт и все приемки, это склад. Высокотехнологичная компания открыта 5 лет назад, совместно со швейцарским партнером. Работает и развивается в Новосибирске. Уже сейчас ремонтируют 200-300 шпинделей в год. Это такие детали для самых важных станков. Здесь происходит сборка непосредственно этого шпинделя, то есть производятся все операции по его сборке. Шпиндели используют в производстве самолетов, судов, автомобилей, в энергетическом машиностроении, в оборонно-промышленных комплексах. Шпиндель – это сердце станка. Шпинделем производится это обработка деталей. Шпинделем крутится режущий инструмент. В шпинделе вращается деталь. Стоимость одного изделия от 30 до 200 тысяч евро. Высокая скорость и максимальные обороты приводят к поломкам. Сервис и восстановление шпиндельных узлов. Самые уязвимые детали современного станка остро необходимы. Это в 3 раза дешевле. Есть конкуренты, которых мы знаем, но это подстегивает нас быть впереди и лучше, выше и надежнее. Удается быть впереди? Я думаю, что да. На сегодняшний день по оборотам мы превышаем наших конкурентов, по оборотам, по географии и по перечню наших заказчиков. Максим и Денис – одногруппники. После института пришли работать на предприятие. Рассказывают, что все коллеги-инженеры молодые и перспективные. Закончили сибирские технические институты, отлично владеют английским языком. Проходили стажировку, ежегодно повышают квалификацию. И производитель разный, и конструкции разные. А как хватает знаний на все? Ну, учимся потихоньку. Ну, и специальности заканчивали, в основном по машиностроению. Сложная система сборки-разборки освоена. Теперь хотят углубить знания и навыки и создать технологию восстановления вала. В будущем планируют делать сибирские шпиндели, пусть и по швейцарским технологиям. Речь идет о том, что швейцарцы позволят либо дадут лицензию, либо просто будут участвовать в разработке нового шпинделя. И здесь мы займемся производством, разворачиваем производство непосредственно вот такого сложного устройства в Новосибирске. Произвести свой шпиндель специалисты уже готовы. Изготовление части деталей освоили. Мечтают о сверхвысокоточных станках и просторном помещении. И тогда импортозамещение в отрасли машиностроения станет реальным. Елена Медведик, Александр Егоров, новости ОТС.